Добрий день. Може, відкажете нам на питання, газета «Наша Ніва»? Газета «Наша Ніва»? Так. І що вона хоче попитати? Ось чули ви щось про марш обурених білорусів? Чому ж не чукали, я глядзев його. Як от ставитися до цього? Становча. Тільки чомусь мало було у других городах. Я сам заплатив налог буквально недели две назад. Но заплатил, потому что думал, что буду невыездным, надо было ехать за границу. Я даже видел лично, я спрашивал людей, которые ходили там на этом марше, чем они занимаются, зачем они это делают, и было интересно. Да, я был там. А чему? А чему вы были? Ну, потому что я считаю, что этот декрет – это нарушение прав человека. Каждый должен сам выбирать, работать ему или нет. Надо отстаивать свою позицию. У теперешней ситуации я не подтримливаю. А чему? Ну, я сам не раз приймав удел у протестных акциях, ось, але зараз такі обставини в Україні складываются. Сусіди робятся там на Україні. Усходний сусід наш лютує. Треба консолідація у громадстві. Но я считаю, что, наверное, нужно было такое сделать, потому что столько об этом говорится, и, ну, какие-то действия, да, должны были... Но оно обидно, потому что, скорее всего, это ничего не даст. Я хоть и пенсионерка, но все равно как-то я понимаю людей. И вот такие ситуации, конечно, не должны быть проходить просто так, незамеченные. А ты думаете, эти будет плен от этого, эти до чего-то придут? Знаете, что... Ну, видите, как они говорят, некоторые факты они разберут, некоторым они помогут. Ну, конечно, я думаю, что не всем помогут. Вот так думаю. Мне больше подобаются методы, когда заместо того, как наказывать за нечто, что люди чего-то не робят, мне подобается, когда подтримливают активность людей. А ты чули вы что-нибудь про марш обуренных белорусов? Нет. Не чули? Нет. Ну, я считаю, что это неправильный налог, потому что я сам... Работаю как программист, фактически, и при этом приношу обществу, ну, покупаю в магазинах и так далее, да. Вот, приношу деньги в Беларусь, зарабатываю, но официально не зарегистрирован по некоторым причинам. Ну и получается так, я своей стране приложу деньги, а она еще пытается с меня дополнительные доходы получить. А чему супруг маршал? Ну, потому что я считаю, что это может вылиться в какие-то более серьезные последствия. Мы-то платим налог, а те деньги, которые выплачиваются, это идут в фонд социальной защиты, но эти, допустим, 180 дней не считаются в трудовой стаж. Как бы ни старалась администрация президента или вообще власти показывать то, что они никак не реагируют на это, я знаю точно, что все это просматривается, прослушивается везде. Они реагируют и знают точно. Просто они чего-то выжидают вот сейчас. Сейчас.